На вашем экране мое видео, а с вами я Вайт. И сегодня с вами поговорим про Эпика Ролеонга, про нового призматика и карту ЛМСМ, когда она выйдет. Это все вы узнаете в скором видеоролике, а мы начинаем. Вчера у меня в телеканале мы нашли нового призматика, ссылочка будет в описании, а там мы нашли спойлер к новому призматику, это именно Бивенский. Его только добавляют, а уже нет нового призматика. Как думаете, когда он выйдет? Никогда не... Сейчас у нас на экране спойлер к Эпике Ролеонгу, мы его нашли на акции в ЛМСМ, и скорее всего он выйдет либо 3-го, либо 10-го января, так как там будет уже праздник Крещенной Луны и всякое такое, так что ждем просто. Новая, приновая карта. Все вы ее ждете, я это прекрасно понимаю. Но она выйдет только в 2024 году. Либо на сезон с подсельщиком, это сезон любви, либо на истоковедовине, либо уже на сам юбилейный месяц. Больше она никак и не выйдет, потому что карта запланирована на какой-то из праздников, как сказали ЛМСМ разрабы. Скорее всего, это мое финальное видео в этом году. Спасибо за просмотр и всем пока!